А ну чё за сука там шумит, на? Ну вот, папа, пойду я проверяю. Заточить бы сейчас чего. Чего-то мне тут реальная измена на постой. Валить надо на хазу, мля. Thank you.
Мэнсини Элтеремин! Он враг! Ты его убивал! Ты друг, думаю! Дверь Бекину! Ты стой, я лифт опущу! Артём, да? Проходи. Кто убил Мунай Бай, мой друг? Мунай Байлер народ Гюль весь в кун. В рабы превратил.
Меня также хотел. Лучше смерть. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше, до войны, центр связи был. Мама работала, офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль, увезу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай-собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ Гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил. Он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз, пауки. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я.
Электричество давал! Там! Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив буду. Thank you.
Хм!